Теперь мы с вами будем вязать голову. Вот эту первую петлю не затягивайте. Набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, семь. И в эту последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Хвост уберем. Три столбика сюда провязали. Смотрим. Значит, вяжем вот под эту петлю. Не сюда, а вот сюда. 6 столбиков без накида. 1. 2. 3, 4, 5, 6. И за последнюю петлю вяжем прибавку. 1 и сюда же второй. Вот сюда поставьте маркер. Вот следующая петля. Под нее вяжем прибавку. 1. И сюда же второй. Затем вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Вот под эту петлю вяжем прибавку. 1. И сюда же второй. Под следующую петлю тоже вяжем прибавку. 1. И сюда же второй.
И под следующую петлю тоже вяжем прибавку. То есть три прибавки мы сделали. Один и второй. Затем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 прибавки. 1, сюда же 2 и под следующую петлю тоже прибавка, 1 и сюда 2. Третий ряд вяжем, столбик без накида. Прибавка. Один. И сюда же 2. 6 столбиков без накида. 1. 2. 3. 4. 5, 6. Далее вяжем столбик без накида, прибавка 3 раза. Столбик без накида, прибавка 1. Столбик без накида, прибавка 2. Столбик без накида, прибавка 3. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 2 раза вяжем столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка 1. Столбик без накида, прибавка 2. В этом третьем ряду у вас должно быть 30 столбиков без накида. Вяжем 4-й ряд. Столбик без накида. Прибавка. То есть сюда же вводим крючок, в эту же петлю. 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида, прибавка 3 раза. Столбик без накида,
прибавка это один раз, столбик без накида, прибавка это два раза, столбик без накида, прибавка три раза, 9 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида, прибавка два раза. Столбик без накида, прибавка. Это один раз. Столбик без накида, прибавка. Это два раза. И в этом четвертом ряду 36 столбиков без накида. С 5 по 15 ряд вяжем 36 столбиков без накида. Так, вот сейчас будет 5-й ряд, в котором 36 столбиков без накида. Вяжем по кругу, не меняем ничего, не добавляем. С 5 по 15. Так, вяжем. Так, 1. Два, три, и так по кругу. Провязала я с 5 по 15 ряд по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Вот я закончила 15 ряд. И будем вязать 16 ряд. Вяжем за заднюю половину петли. Вот за этим. Так, здесь мы были, значит, берем за следующую заднюю полупетлю. Вяжем прибавку. То есть сюда еще один столбик. Далее 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем прибавку. 1. И сюда же 2.
8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вяжем прибавку. 1. И сюда же второй. Далее 18 столбиков без накида. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И в этом 16 ряду у нас 39 столбиков без накида. Вяжем 17 ряд. Прибавка. Берем за всю петлю. 1. И сюда же второй. Девять столбиков без накида. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. 1. И сюда же второй. 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее прибавка. 1. И сюда же второй. И далее до конца ряда, до маркера, 18 столбиков без накида. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И в этом 17 ряду 42 столбика без накида.
Вяжем 18 ряд. Прибавка. Так, здесь мы были, значит, вот сюда заходим. Один. И сюда же второй. Есть. 11 столбиков без накида. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11. Далее вяжем прибавку. 1. И сюда же второй. 10 столбиков без накида. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибавка. 1. И сюда же второй. И далее до конца ряда 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И в этом 18 ряду 45 столбиков без накида. С 19 по 22 ряд 45 столбиков без накида. Вот мы сейчас будем вязать 19 ряд 45, потом 20, 21 и 22 ряд. По 45 столбиков без накида. Так, здесь были вот под следующую петлю. 1. Вот он, 2. 3. И так вяжем по кругу. Вот по этому алгоритму. Вяжем 23 ряд. Убавка. Так, берем за половину петли, за переднюю. Один. Вот где второй. Вот. И убавляем. Далее 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Убавка. За переднюю полупетлю берем.
И провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавка. И далее 18 столбиков без накида до маркера. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Здесь мы сделали 3 убавки, значит 3 петли убрали. Было 45 минус 3, 42 столбика без накида в этом ряду, в 23-м. Вяжем 24-й ряд, он легкий. 5 столбиков убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Значит, 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Вот и так вяжем по кругу. Здесь будет 36 столбиков без накида. Так, последняя вот у меня убавка была. Вяжем 25-й ряд. Он тоже легкий. 4 столбика без накида. Так, здесь у нас убавка пошла. Вот петля задействована. Значит, вот в следующую. 1, 2, 3, 4. И убавка. Итак, 6 раз. И в этом ряду должно у вас быть 30 столбиков без накида. И так вяжем по кругу. Так, вяжем 26-й ряд. Он тоже легкий. Так, здесь мы зацепились убавка. В следующую петлю заходим. 1. 2, 3, 3 столбика, убавка. Так, 1, и 2, и провязываем. Итак, вяжем по кругу, и в этом ряду у вас должно быть 24 столбика без накида. И так вот вяжем 3 столбика, убавка, 3 столбика, убавка.
Вяжем 27-й ряд, тоже легкий. 2 столбика убавка 6 раз. Так, здесь были, значит, вот сюда. 1. 2. И убавка. Опять 1. Два. И убавка. Значит, в этом ряду у нас должно быть 18 столбиков без накида. Так, закончили 27-й ряд. Навешиваем сюда маркер на петлю. Этот маркер мы завязываем, чтобы не потерять. Сильно не затягивайте. Берем наполнитель и наполняем. После того, как набили, наполнителем наполнили, вяжем 28-й ряд. Старайтесь наполнитель не захватить. Так, здесь были. Значит, идем под следующую петлю. Так. Столбик без накида и убавка. Так. Опять столбик без накида. И убавка. Итак, вяжем по кругу. И здесь у вас будет 12 столбиков без накида. Дальше с 29 по 32 ряд. По 12 столбиков без накида. Вот 29 ряд я начинаю вязать. Один, два, три. И так по кругу. 12 столбиков в каждом круговом ряду. Так, провязала я все эти ряды. Вот, закончила. Теперь вытаскиваем маркировочную нить. И в эту петлю провязываем соединительную петлю. Так. И оставляем нитку для пришивания. И вытягиваем. Так, а вот сюда еще нужно добавить наполнитель. Обязательно. Потому что это голова. Вот здесь задняя часть будет. Это передняя. Здесь будут глаза, мордочка, ну, губы тут, нос.
В общем, все, что необходимо. Это лицо у нее будет перед, а это зад. И вот сюда добавляем опять наполнитель.